В гостях у нас Андрей Кондрашов. Андрей, расскажите, пожалуйста, про вашу компанию. Наша компания находится в Алтайском крае. Мы производим травяные чаи из дикоросов Алтая. При производстве данных травяных чаев мы применяем только растения без красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса. То есть получается такой экологически полезный чистый продукт. И когда его применяешь, то здоровье выравнивается, организм набирается сил и перестает заболевать, так скажем. То есть этот порог, он поднимается, он гораздо становится выше. Скажите, сколько лет вашей компании и как вы реализуете ваш продукт? Наша компания молодая, ей 5 лет, но молодая почему? Потому что мы реализовывались только на площадках Алтайского края и реализовывали наш продукт в основном в сегменте хорика и отели алтайские наши, санатории. Ну, такой оздоровительный сегмент, так скажем. И теперь мы решили, что готовы выходить уже в ритейл наш российский, всероссийский. Приехали поэтому на выставку. И выставка нам очень нравится. Довольно-таки, так скажем... Продуктивно? Продуктивно, да. Все хорошо. А скажите, какие регионы хотите захватить в ближайшее время? Центральная часть России нас интересует. Уже какие-то наработки есть в этом направлении? И как скоро мы вас сможем увидеть на прилавках крупных сетей? Да, наработки есть. Чаем интересуются, продуктом интересуются. Надеемся, что наши переговоры не сильно долго затянутся, так скажем. И мы тоже сможем на полках магазинов увидеть. Спасибо вам большое.